клянемся никогда никому не рассказывать о наших волшебных животных. Магический зверинец – это тайна, и мы всегда будем хранить ее. Двое из вас вскоре обретут необычного друга. Магическое животное. Это ваш друг на всю жизнь. Привет, рыжая! Меня зовут Робак. Сам ты рыжий. Как вкусно пахнет! Что это? Какое-то засохшее шоколадное печенье. Божественно! Привет, меня зовут Ида. Йоу. 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 А зовут тебя как... А, это имя. Вы люди такие странные создания. А я умею танцевать брейк-данс. Часы. Странно, часы пропали в тот же день, когда в школе появилась эта Пеппи Покахонтас. Мы докажем твою невиновность. Найдем настоящего вора. Робот! Ида, стой! У тебя нет 9 жизней, как у лисов. Ой-ой, кажется, я перепутал. Это у кошек 9 жизней. В мире есть чудесное место. Что это было? Вой собаки? Нет, это была я. Мишка, это ты волшебный или нет? Я полагаю, это значит нет, да? Сколько бумаги! О, да это же я! Волшебство, магия, абракадабра! Эй, это было круче брейк-данса! Красава, красава! Школа магических зверей. Друзей!